Всем привет! Меня зовут Анна Бонецкая, и это ваше наглядное пособие «Как делать массаж Асахи для лица». Он здорово помогает улучшить четкость овала лица, убрать отечность, избавиться от мешков под глазами и мимических морщин. Но учтите, что у этого массажа есть противопоказания. Например, его не стоит делать тем, у кого есть кожные заболевания, болезни лимфатической системы, сахарный диабет в тяжелой форме или простуда. Поэтому лучше проконсультироваться со своим косметологом или врачом. Если все в порядке, тогда повторяйте за мной. Для начала нужно очистить кожу привычным способом. Я это уже сделала. Теперь наносим на лицо массажное масло или увлажняющий крем. У меня крем Леврана Морошка. Вы можете заказать такой же в самокате. Его привезут за 15 минут. Итак, когда нанесли крем или масло на кожу, держим спину ровно и начинаем массаж. Для начала разогреем лимфатические пути. Кладем ладони возле ушей и плавно спускаемся вниз к ключицам. Повторяем за мной еще два раза. Теперь поместите три пальца в центр лба. Нажимая на кожу, начинайте движение вниз обеими руками, замедляясь в височной области. Выполняем упражнение медленно. Три раза. Учтите, что во время массажа вам не должно быть больно. Держите баланс между нажимом на кожу и комфортом. Теперь поработаем с областью вокруг глаз. Средними пальцами начинайте круговые движения от внешних уголков глаз по кругу. Сначала под глазами, затем по векам обратно к уголку глаз. Теперь ставим пальцы во внутренние уголки, ведем под глазами к внешним уголкам, затем плавно переходим к вискам и ключицам. Повторяем упражнение 3 раза. Это упражнение поможет нам избавиться от припухлости и мешков под глазами. Помните, что вам должно быть комфортно. Если вы чувствуете боль, уменьшите силу давления. Теперь переходим к уголкам рта. Ставим пальцы в центр подбородка, слегка надавливаем и ведем пальцы через уголки в область под носом, сохраняя нажим. Повторяем это упражнение 3 раза. Переходим к носу. Массируем крылья 3 раза. Затем медленно массируем переносицу. После этого ведем пальцы к височной области и вниз к ключицам. Теперь проработаем носогубные складки. Расположите пальцы в центре подбородка. Нежно надавливаем и подтягиваем уголки рта к крыльям носа. Задерживаемся на 3 секунды возле глаз, продолжая надавливать на кожу. А затем разведем пальцы к вискам. Оттуда, снизив давление, перемещаемся вниз к ключицам. Выполняем упражнение 3 раза. Напоминаю, что если вы чувствуете боль или дискомфорт, уменьшите силу давления. Сейчас будет еще одно упражнение для разглаживания носогубных складок. Мягко положите руку на одной стороне лица. Второй рукой нажмите на уголок рта и двигайтесь вверх по диагонали. Задержитесь на 3 секунды возле глаза, затем разведите пальцы к вискам и оттуда двигайтесь вниз к ключицам. Повторяем вместе со мной 3 раза. Теперь меняем руки и повторяем упражнение 3 раза с другой стороны. Повторяйте за мной.
Заканчиваем работу с носогубкой. Расположите руки горизонтально, пальцы перпендикулярно крыльям носа. Чуть надавливая, отгоняйте лимфу к ушам и вниз к ключицам. Повторяйте за мной 3 раза. Если вы чувствуете боль, уменьшите силу давления. Теперь будем работать над коррекцией овала лица. Внимательно повторяйте за мной. Используем мягкую часть больших пальцев. Ставим руки на мягкую часть подбородка. Давим в течение 3 секунд. Далее уводим руки горизонтально к ушам и затем вниз к ключицам. Повторяем 3 раза. Продолжаем. Поместите подушечки больших пальцев рядом с уголками рта с каждой стороны. Слегка наклоните голову вниз и подтягивайте кожу к ушам. Затем уменьшите силу давления, поднимите голову и спускайтесь вниз к ключицам. Не спешите. Повторяем за мной плавно еще 2 раза. Теперь поработаем над 2-м подбородком. Положите подушечку большого пальца на кончик подбородка и давите вверх в сторону уха. Рука мягко скользит за ухом. Снова положите ладонь на подбородок и повторите упражнение 3 раза. Точно такие же действия выполним 2-й рукой. Повторяем за мной 3 раза. Отлично, мы уже подходим к концу. Сейчас будем подтягивать мышцы всего лица. Большие пальцы рук обнимают подбородок, ладони покрывают крылья носа и лицо. Будто мы хотим позвать кого-то. Убедитесь, что между руками и лицом нет зазоров. Теперь перемещайтесь к ушам. Большие пальцы переместятся от подбородка к шее. Двигайте руки вниз к ключицам. Повторите это упражнение 3 раза вместе со мной. Теперь одной рукой разгладим морщины на лбу. Слева направо и справа налево массируйте плавно кожу, разглаживая морщины. Будьте терпеливы, выполняйте горизонтальные движения равномерно по всему лбу. Теперь поместите пальцы в центр лба и скользите к вискам, а затем вниз к ключицам. Вот и все, мы закончили массаж. Теперь минутку-другую посидите спокойно, настройтесь на новый день, если вы делаете массаж по утрам, или очистите мысли перед сном. Затем умойтесь теплой водой и нанесите привычные средства по уходу. Сохраняйте это видео себе и включайте каждый раз, когда захотите сделать массаж. Подписывайтесь на канал Самоката, мы готовим для вас еще много полезных и интересных видео. Пока!